Мы сейчас находимся на той самой набережной озера Кабан. Пока идут строительные работы, пока гости, туристы, естественно, сюда не проходят. Но обещают, что 15 июня все казанцы, в том числе и туристы, смогут здесь уже спокойно проходить. Рядом с водой будет установлена терраса. Сейчас строители собирают ее из досок. Терраса? Ну вот так вот будет лежать она. Доски будут положены. Что у тебя будет выходить? Как она будет выглядеть вообще? Ну, это секрет, вы увидите все, это будет сюрприз. Занимаемся покраской набережной. Все будет красиво. Обещаете? Там обещают. Шлифуют, красят, выкладывают дорожки. Для строителей сейчас набережная как дом родной. Работают практически круглые сутки. Работы сейчас ведутся, начиная от театра имени Галиаскара Камала вдоль самой набережной со стороны улицы Марселя Салимжанова. И заканчиваются они на перекрестке с улицы Хадид Акташ. Немножко это, конечно, печаливает, что ремонт, фотографироваться нельзя дают. И виды немножко портятся, но красота неописуемая. Приедем, оценим потом в итоге. Получится очень хорошо, думаю, красиво, все здорово. По вашему представлению, какая будет набережная озера Кабан? Очень красиво. Что-то еще скажете? Да нет, хватит. Через несколько дней туристы смогут увидеть абсолютно новую картину, почти готовые искусственные канавы. Она проходит напротив входа в парк Тысячелетия. Часть растений тоже высажены, ландшафтные работы идут параллельно со строительными. Оставили ландшафтные проектировщики Иво, правда, обрамили сейчас ее наполовину бетона, наполовину стеклянной конструкции. После завершения строительства на этот так называемый пирс можно будет пройти и дотянуться руками до веток дерева. Уступить место туристам и гостям строители должны за день до первого матча чемпионата в Казани. Игра между Францией и Австрией. Альбина Минибаева, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань.